поселке Кахем Кызылского района работает республиканский добровольческий штаб по оказанию помощи и консультированию пострадавших от подтопления. Штаб развернут рядом со второй школой поселка. Тем временем продолжает свою работу комиссия по оценке ущерба. Как сообщает администрация Кызылского района, комиссия начала свою работу 29 марта. На данный момент организованы две группы. Одна проводит обход дома владений, вторая занимается документацией. Члены комиссии общаются с жителями и фиксируют поврежденное имущество. Также ведется сбор заявлений по просушке домов, которые передаются в службу ГО ЧС Тувы. Мы, аварийно-восстановительная служба, сегодня по обращению пострадавших граждан занимаемся просушкой домов по улице Кедровая. По состоянию на 4 апреля с улиц приусадебных участков жилых домов поселка Кахем откачано более 240 кубометров воды. Количество потопленных домовладений составляет 15 домов и 3 приусадебных участка, где проживает 52 человека, из них 24 дети. На аварийно-восстановительные работы привлечено 11 единиц техники. В круглосуточном режиме принимаются заявки от населения поселка Кахем по откачке воды с приусадебных участков и жилых домов. В настоящее время ведутся работы по просушке теплопушками и электровентиляторами в 6 домах.